Стандарт. Это Уильям Ю, исполняющий обязанности председателя правления Транстар. Мне нужно подтвердить вашу личность. Конечно. Идентификационные данные Зета Инвиктус Император Мандарин. Принято. Доброе утро, директор Ю. Шаттл уже на орбите. Жду ваших распоряжений. Возьмите под контроль всю технику и данные уровня Кобальт на Талосе-1. Затем ликвидируйте весь персонал Транстар. Всех сотрудников. До единого. Как скажете. Они умрут. Плата поступит на 6 разных счетов в Бенилюксе. После того, как вы представите доказательства успеха. Я оставлю камеры операторов включенными. Просто смотрите. Мы рекомендуем сначала обеспечить технику доступ к маршрутизатору станции. Лучше всего снаружи станции, рядом с силовой установкой. Да, я видел план, мистер Ю. До свидания. Вы уничтожите эту запись после... Пониженная гравитация. Говорят, что бухгалтерия Транстар проводит мои операции по линии отдела кадров. Верно. Я работаю с людьми. Ваши товарищи в грузовом отсеке задохнутся через несколько минут. Может, вы успеете их спасти. Но для этого вы должны выйти, крыса. Жизнеобеспечение. Часы тикают. Даль отключил подачу кислорода в грузовой отсек. Отсюда я ничего не сделаю, а двери не работают. Пульт управления атмосферой находится в отсеке жизнеобеспечения. Если можете помочь нам, поторопитесь. Иначе это наш последний разговор. Мисс Элазар не зря тревожится, но ее оценка неверна. Даль меняет соотношение кислорода и азота. Когда атмосфера заполнится азотом, все в грузовом отсеке задохнутся быстрее, чем если бы он просто перекрыл.
самом деле заботитесь о сотрудниках? Ваш отец был бы разочарован. А может, вы просто очень хотите меня убить? Это другой оператор. Каждый из вас так думает. Отбой. Цель. Вот он. Убейте его. Без стали мы не сможем покинуть станцию. Мы в ловушке. Воздух снова поступает. Я могу дышать. Надеюсь, что Даль... Нет, спасибо. Еще чуть-чуть и... Неважно, конец связи.
пониженная гравитация. Thank you.
Пониженная гравитация.